Ивановские парламентарии приняли решение изменить ставки транспортного налога в регионе. Изменения коснутся всех категорий транспортных средств, за исключением грузовых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил. Для них налог останется прежним. Владельцы автобусов с мощностью двигателя более 200 лошадиных сил будут платить даже меньше прежнего. В остальных случаях налог на транспортное средство повысится. Ставку мы подняли, но хочу отметить, что эта ставка по-прежнему продолжает оставаться одной из самых низких в Центральном федеральном округе, так как наша область не самая, может быть, высокодоходная по уровню доходов населения. И, конечно же, нам не стоит равняться на те области, в которых этот налог является максимальным сегодня. Ну, а в доходную часть бюджета этот налог даст нам 151 миллион рублей, что, конечно же, позволит решить многие задачи, которые перед нами стоят, в первую очередь социальные.